Что ты делал в моей спальне под кроватью? Я пришел к тебе. Да ну, ко мне в спальню, через окно. Любимый мне изменил. Как я ему отворяла. Доверяла. Да, точно. Каждый мужчина уверен, чужая жена всегда лучше. Веселый и смешной сериал «Соседка, ты дома?» У меня внутри все трепещет. У вас на уме одни пошлости. На ЗИ ТВ Россия.